В городской мэрии состоялось заседание, на котором решена судьба памятного знака в честь воинов Великой Отечественной войны, который раньше находился на площади Победы. Элементы из нержавеющей стали, а именно звезда и надпись «Народу победителю слава» будут размещены на новом основании высотой около 7 метров. Новый памятный знак установят около 4-й городской поликлиники на улице Школьная. Неподалеку находится бывшая 38-я школа, где в годы Великой Отечественной войны располагался госпиталь. Там оказывали помощь тяжело раненым солдатам. Место просторное, большое, по площади просматривается, там есть аллея. И я считаю, что это место будет уникальное, потому что школа, в которой воспитала 4 героев Советского Союза, и где имеется в настоящее время музей Великой Отечественной войны, там есть уникальные документы собраны. Поэтому я думаю, что это место просто устроит всех. Напомним, что в сентябре прошлого года памятный знак, который народ окрестил печкой, был демонтирован в связи с ремонтными работами на площади Победы. Монумент давно требовал ремонта. Власти решили, что целесообразнее заменить основание памятного знака. Монумент облицуют плиткой, сделают подсветку. Готовится смета, готовятся документы, которые оценят весь масштаб работы. Я хочу сказать, что там планировали сейчас установить еще и зону отдыха сделать, установить скамейки, озеленение этой территории. И было высказано даже предложение установить там такую площадку недалеке для детей, чтобы, в общем-то, вся эта улица была бы устроена. Работы по установке памятного знака в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне планируется завершить в начале лета. В День памяти и скорби 22 июня предполагается провести торжественную церемонию открытия мемориала. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.